Есть проблемы в экономике, в структуре власти. И когда мы говорим о реформах, то мы должны делать конкретные шаги. Новая полиция – это такой конкретный шаг. Сегодня первый шаг сделан. Новая патрульная полиция, как передовой отряд новой полиции, сегодня появится в Запорожье. Сегодня в Запорожье в ближайшее время мы объявим дополнительный набор. И для Запорожья, и для Мелитополя, и для Бердянска. Очень ясно понимая, что это только первые шаги. Затем последуют реформы и изменения для участковых, для групп быстрого реагирования, нового спецназа КОР, криминального блока. И постепенно, шаг за шагом, мы выстроим новую полицию. Ту полицию, которой не будет доверять. Доверие – это ключевой механизм нормально функционирующего общества. Я обращаюсь к вам. Новые полицейские, с сегодняшнего дня принявшие присягу. От вас зависит очень много. От вас зависит все. Будет ли доверять люди вам? В прошлом году, 4 июля, в Киеве стартовал первый отряд патрульных полицейских. Не так давно мы провели замеры общественного мнения. Уровень доверия к новым патрульным 80%. По всей стране люди доверяют новой патрульной полиции 40%. Раньше было доверие к милиции на уровне 5-7. И доверяют так даже в Запорожье, где еще нет новой патрульной полиции. Почему? Потому что хотят верить лучше. Я обращаюсь к каждому из вас, сегодня принявшим присягу. Не смейте обмануть это. Делайте все, чтобы служить и защищать. Я подчеркиваю, этот новый слоган полиции Украины – служить и защищать. Это то, для чего вас приняли на работу. Я очень рассчитываю, что находящиеся в ваших рядах бойцы антитеррористических подразделений наших специальных, которые прошли боевые непростые дни, которые участвовали в боях этой необъявленной войны, добавят крепости нашему подразделению, уверенности и уважения в глазах людей. Я желаю вам всего наилучшего. Я желаю вам улыбаться каждый день, потому что улыбка нового полицейского – это будет надежность. Я желаю вам служить и защищать так, чтобы вы с гордостью выходили в своей полицейской форме. И когда вы находились рядом с запорожцем, с любым человеком, тот чувствовал себя комфортно и защищенно. Надеюсь на вас. Не подведите. Слава вам и слава Украине!